привет, дорогие мои подписчики! Вы смотрите новый влог на моем канале. И угадайте, где мы? Ну, по названию вы уже поняли. По названию я имею в виду картинка, превьюшка. Мы в Анапе находимся, да. Это было все спонтанно. Рассказывай, Цивлин. Максимально спонтанно было. Я сидела на работе и решила позвонить знакомой и узнать про стоимость и вообще, можно ли будет приехать. Я загорелась, решила написать Вике. И я вообще удивлена безумно, что она согласилась, отпросилась. Это просто очень-очень круто. Я после дня рождения сразу же пошла, купила билеты, и вот, надо ждать. И мы здесь. Короче, сейчас мы вышли с вокзала, ждем машину. Яндекс такси вызвали, я не знаю, сколько там, 260 рублей стоит до нашего места. Здесь очень много этих мужчин, которые предлагают такси, жилье, я не знаю, мне кажется, они все могут тебе найти, если тебе что-то понадобится. Ну, короче, все, ребятушки, устраивайтесь поудобнее, смотрите этот влог, не забывайте лайкосики и подписочку. Все, смотрите дальше. Ну что, ребята, мы приехали. Вот это наше это место дислокации. Индукс, конечно. Слушай, я думала по-другому бы. Знаешь, ожидание... Реальность. Не, ну что, в принципе, нам ничего не надо. Это поспать, просто поспать. А что еще надо? У нас есть балкон. Вот. С видом, конечно. Вот таким. В общем, вот, ребят, море, конечно, не видно, но это ничего страшного. Мы еще сходим. Размеры нашего номера. Бедный. Все, будем это. Сейчас, короче, будем споласкиваться, мыться. Ну, я говорю, голову помыть надо тоже. И что, пойдем, наверное, покушаем, снимем вам, что там и куда зайдем. В общем, смотрите. Телек мне вообще нравится, конечно. Такой маленький. Маленький. Ключи. Ты что такая? Ничего, это норм. У нас, кстати, есть кондей. Слава богу. Не задохнемся здесь. Эх. Так, ну что, в принципе, мы уже помылись. Ну как помылись? Голову помыли. Помылись. Ну ладно, помылись, хорошо. Помылись, так и говорили. Посмотрели по карте, где находится кафешка. Сейчас пойдем туда, называется Мария. Вот, будем кушать что-нибудь, не знаю. Посмотрим, что там по ценам, если что, вам тоже заснимем. Я надеюсь, там меню. С вами всем так интересно. А может быть, кто-то поедет отдыхать в то же место, куда и мы. Кстати, мы находимся на... Как называется? А, не пустят? А я думала, типа, ну ладно. Все, забыли, ребят. Сюда никого не пустят. Все, ребятушки, смотрите, мы сейчас отправляемся. Goodbye. Чего увидела? Ничего. Короче, это все, идем. Ребятушки, сейчас пойдем. Мне придется отключить камеру, потому что... Не, ну, по-моему, вот туда. Вот сейчас. Да, пошли. Все, ты помнишь? Ну, да.
Прекрасно, что в айфонах придумали эту функцию снимать на 0,5. Отлично, мы узнали, где винишко делают. На самом деле, мне немножко страшно идти и снимать вот так на телефон. Знаешь почему? Потому что меня Паша напугал, что типа здесь могут просто взять и своровать, ну, все, что у тебя есть. О, все, мы пришли, смотри. Вот, Мария. А я вот там внизу. Ну, давай сюда. Столовая. Короче, пупсики, мы ушли с Марии, это которое первое мы нашли заведение, и мы об этом пожалели. Знаете почему? Первым делом, что вы сейчас заметите, посмотрите. Вот что вы сейчас заметили? Прекрасно. Угу. Народа никого. Меня это первое смутило, я такая, ну ладно. Думала, еда невкусная. Еда-то может быть и вкусная, кстати, да, посмотрите, что мы взяли. Я взяла какое-то мясо, короче, картошку, салатик. Алена пюрешку взяла тоже, мясо и оливьешку, ну и компот. Мое, знаете, сколько вышло вот это вот? 630 рублей. 630. Да. Столовка. Знаете, сколько вышло Алёнина? Сколько вышло твое? 580 рублей. Ну, вы поняли, да? Почему здесь нет никого? Все, сюда мы больше не придем. Слишком дорого, ребят, вообще, я считаю, очень дорого для столовки. Ну, для столовки это дорого. В общем, все. Ну вот, в общем, вы услышали. Сейчас мы покушаем и пойдем дальше на море. Смотрите, как классно, да? Вообще, огонь. Сейчас дойдем до самого этого. Если мы туда проберемся, кстати, там народу столько. Ну, вообще. Крутяк. Чего ты опять хочешь? Я говорю, не так уж и много народу на самом-то деле. Я думала, больше будет. Ну все, идем. У меня просто ноги в песке тонут. Когда уже все? Но оно зеленое. Капец. Вода цветом ужасная. Как холодно. А чё она зеленая? Она цветет типа? Нет, друзья, она не может цвести, это же не озеро. Жесть, посмотри, какой цвет воды. Просто жесть. Я сейчас уплыву тапки. Смотри! Я вся. Ну как тебе нравится? Давайте напишу что-нибудь. А, смывает. Почти сердечко. Меня брызгало. Это кто-то брызгает или меня брызгало? Не, ну, в принципе, ну, мне не нравится, что... Ну, что это такое? Это тина. Какая-то тина. Тернер. Ай, что брызгает? Ай! Ну, Кать! Блин, у меня все просто обмочилось.
Мне кажется, что... У меня уже целый пусти. С собой домой заберешь. Меня так брызгает, капец. Тут просто так не зайдешь. Тут такая тина, жесть просто. Вы посмотрите, что творится. Так и должно быть. Ну это капец. Как люди купаются-то в таком болоте? Ну что, ребятушки, купили, короче, себе тут, прикупили, так сказать. Да, блин, подожди, мне не показать. Татушечки парные. Ты куда будешь крепить? Батюшки. Я не знаю, я, наверное, на руку буду. Также взяли шоколадочек и самое любимое. Хопана, горячий обед, роллтон. Вот. Решили мы, значит, сейчас мы сходим до дома и обратно вернемся на море. Будем встречать закат. Ой, закат же? Да, закат. Думала, ошиблась. Вот, смотрите, какая тачечка. Сейчас вам вот так покажу поближе. Вот так вот, ребятушки. Зарабатываем деньги. И ездим. Ребят, пришли мы на море обратно. Будем сейчас провожать закат. Красиво. Всегда на самом деле мечтала о таком. Чтобы вот так в осознанном возрасте проводить закат. Классно. Круто. Сейчас вам покажу. Смотрите. Красота. Сейчас я вам в ускоренной съемке покажу закат, чтобы вы тоже насладились под музычку. Ну что, как тебе закат? Обалденно. Завтра пойдем еще сниматься? Каждый день. Мы сегодня для вас сняли закат сам, ну типа как ушел, а завтра будем, короче, еще фоткаться, делать всякие видосики. Нет, я имею в виду с солнцем, с закатом именно. Будем видосики всякие для этого ТикТока туда-сюда делать. А сейчас мы идем фоткаться. Вот.
Потом не знаю, что будем делать. Ну что, ребят, пофоткались, побегали по берегу. Вот. А кому интересно, тот может перейти по ссылке в описании в телеграм-канал и посмотреть. Да. Правильно? Еще раз, да. Вот. Еще раз? Сейчас. Записываю. Мы еще раз. Дубль 5. Уже 5. 11. Короче, у нас дилемма. Вот прислушайтесь. Я думаю, слышно, но если что, я погромче сделаю. Вот там, короче, играет музыка. Очень громко, и там прям народ вот аж вообще там. Я не знаю, что там за Ибица происходит, понимаете? За тусы. Она мне такая говорит, ну, Вик, я хочу туда. Я говорю, а что сделаю? Там корпоратив проходит в каком-то доме. Нам туда нельзя. Она говорит, мне такая, ищем клуб. Я такая, угу. 20% на телефоне. И пауэрбанк сел почти. Поэтому вот, весело. Короче, дело к ночи. Мы купили нектаринов и персиков. Еще мы купили какую-то сладкую... по-моему. Сладкую штуку, короче. И чтобы вы понимали, мы непонятно куда забрели. Просто на музыку зашли. Ну, вы увидите кадры, что там, оказывается, было. Но мы так 5 секунд постояли и пошли, потому что мы на чужой территории. Вот. Сваливаем. Идем на другую музыку, кстати. Всем доброе утро. Короче, скрываемся. Выглядим как-то так. Идем на море. Сейчас сколько время? 9 утра. Ну, как бы мы сначала покушать, позавтракать, потом идем на море. Вот. Что, ты готова купаться? Да, да. Все, ребятушки, идем кушать. Ребят, вот наш завтрак чаек. Это греческий салат. Это забыла. Что это называется, как? Омлет. Омлет, сосиска в тесте, компот. У Алены запеканка, греческий салат, лимонад и сосиска в тесте. У меня, по-моему, насколько у меня вышло? На 200 с чем-то. У тебя? Тоже. Короче, по 200 с чем-то рублей вышло. Ну, все-таки, да, уже не та цена. Все, всем, кто кушает или завтракает, всем приятного аппетита. И нам тоже. Мы тюлени. Короче, народу до хера, посмотрите. Как вам там показать? В общем, очень много, поэтому капец. Мы чилим так на расслабоне. Не буду говорить с чем. С лимонадом холодным. Реально лимонад, смотрите. Вон красненький, видишь? Вышь. Ну а что, что естественно, то не безобразно. Все, не мешайте нам, мы чили. Так, ну что, в общем, а я говорила, что мы едем на квадроциклах кататься, да? А вот, значит, ждем мы уже минут 20, наверное. Сначала нам заказали такси, Яндекс, пришло уведомление. А мы ждали, потом поняли, что какая-то дичь там произошла. Переписывались долго с человеком, который нам это заказал. В итоге мы сейчас заказали уже сами. Оплату мы поставили наличными, потому что там он сказал, что ничего не платить, а я сам заплачу. Ладно, не буду так изображать, ладно. Вот. Не, просто не в обиду я пародирую, это просто у меня так, прикол такой у меня. Вот, короче, ждем, сколько там, 8 минут, 6 минут, и мы поедем. Я надеюсь, нас не заберут в рабство. Мам, я тебя люблю. Если найдете этот телефон с этой видеозаписью, передайте его родным нашим. Город Сланцы, деревня Овсище. Все, ребятушки, короче, не знаю, что из этого получится, но попробуем подснимать. И, кстати... Сейчас я завершаю, получается, этот влог.
И вы увидите поездку на квадриках, если они, она получится, уже во второй части. Поэтому ждите. И всем пока-пока. Да.